Находимся на дав ламет мем гимал амуд бет, если не ошибаюсь. И переходим на следующую тему. Значит, у нас написано в Мишне, что арава. Повторим Мишну. Лулав арава шишава шива. Так написано в нашей Мишне, что лулав, мицват лулав в храме. То есть то, что в храме брали лулав, иногда это 6 дней праздника, иногда 7 дней праздника. И Гемара сказала, что лулав шива, значит, если кицат, йомтов решен шельхак, шехар йос бешабас, лулав шива, если первый день праздника вышел на шаббат, лулав берут все 7 дней, вышар колями им шиша. А если шаббат вышел на один из других дней праздника, не на первый, а не на второй день, то это 6. Почему? Потому что первый день в шаббат таки да берут лулав, если он вышел на шаббат. Несмотря на то, что вышел на шаббат, а все остальные дни, если выпал праздник, первый день праздника не на шаббат, соответственно, шаббат получается где-то в середине, то в шаббат не берут лулав. Получается, да, в некоторых годах 6 дней в неделю, 6 дней берут лулав, в некоторых 7 лет. Теперь, так вы сказали, теперь арава, шива кицат. Арава иногда тоже, иногда 6 дней, иногда 7 дней. Написано в Мишне, йом швиша арава шахар йос бы шаббас. Есть 7-й день праздника, то, что мы сегодня называем ашан арава, выходит на шаббат, то в шаббат то берут араву также и в шаббат. Вешар колайомим шиша. А все, если шаббат выпадает не на 7-й день праздника, а на какой-то из других, на 1-й, на 2-й, на 3-й, арава делают, берут только 6 дней. Шаббат не берут. Так написано. Спрашивает Мара, арава бы шви майтайм и дахи шаббас. Почему в 7-й день праздника арава отменяет шаббат, и в шаббат таки да берут араву? Зачем? Какой в этом меня? Если есть причина запретить, то пускай запрещают все дни, если нет причин запретить, пускай не запрещают ни один. Говорит Мара, омра бьёхану кидели фарса машеймина тойро. Говорит Мара, что есть у нас иньян. Что такое иньян? Что поскольку в Таре муфраш написано про раву, не написано. Рава – это вещь, которая, как бы, с одной стороны, из Тары, с другой стороны, это вещь, которая, она более устная Тора, то есть получили так устное, при том, что так нужно делать. Поскольку так, чтобы было фарсем, чтобы всем стало известно, что она из Тары, сказали, что она отвергает шаббас. Чтобы, как сказать, чтобы было понятно, что это не только драбана, не только какое-то постановление мудрецов, а что нужно, что она из Тары. Спрашивает Мара Яхи Лулав нами, литхи кидели фарсемо шумина тойро. Лулав пускай тоже, в 7-й день, и все остальные дни тоже, в храме все 7 дней есть митцва из Тары. Про эту лулав, почему ты говоришь, что только первый день ты берешь лулав, отменяешь шаббат, все остальные дни ты говоришь, что шаббат лулав не берешь. Скажи, что все дни берешь, чтобы сказать, что он из Тары. Мурад Мура, говорит Мура, Лулав, Гзерами Шумдераба. Гзерам мы сказали же, что почему, в принципе, надо было брать 7 дней, 7 дней. Но мы боялись, что человек, который будет брать лулав в шаббат, он забудет, что шаббат, и пойдет выносить его, и придет выносить его, поскольку так запретили это Гзераши Раба, чтобы не пронес 4 локтя по решу Тарабим. Поэтому лулав берут в остальные дни, шаббат не берут. Спрашивает Мура, Яхи Раванами, Нигзур. Тогда Раба тоже скажи, что нельзя. Поскольку есть Гзераши Раба, скажи, что так же, как запретили лулав, так запретили Раба, почему 7-й день ты Рабу разрешаешь? Говорит Мара, арава шлухи безин майсила, лулав лехоль масур. Есть разница, какая разница? Арава, с ней, арава, как мы видим дальше, есть мнение, что с ней, есть несколько мнений, что с ней делать. В любом случае, арава не было мицва на всех делать арава. Арава, есть мнение, к которому сейчас, скорее всего, идем, что с ней ходили вокруг жертвенника. Кто водил жертвенника, отсюда только куяни, потому что евреям просто так заходить. Есть только Ихадес Рама, куда можно заходить. Первые 11 локтей, которые есть в храму дворе, их можно заходить. Дальше нельзя заходить. Вокруг жертвенника им ходить нельзя. А? Посмотри, это тоже примерно здесь тоже написано. Астошеские сказали, что это примерно тоже написано. Поскольку не все ее берут, только шлух и бейзин ее приносят. Ее приносят, то есть каждый, нет, но в каждом еврее обязанности брать лав. Араву. А лав есть на каждом еврее обязанность, поэтому каждый еврей берет лав, он может побежать к этому какому-то человеку, к этому боке, который разбирается, спрашивает, как его делают, как делают эту мицву. А арава она дана только не всем, ее приносят в этот самый храм, шлухи бейзин майсила, и куяним с ней, допустим, ходят вокруг жертвенника, по этому мнению. Куяним ходят с ней вокруг жертвенника, евреям простым нельзя ходить в жертву. Куяним это только в храме, только сам, поэтому можно. А лулав лехоль масур. Лав должен каждый человек делать, поэтому лав есть больше причины запретить делать в шаббат, больше опасения, что вынесет
Решут Рабим. Лав Барабай – это вещь, которая только избранная, что называется, только, как называется, только которые члены клуба, только куяним, только зэ, в храме. Вражда мра йохи, коль йома нами литхай. Если ты говоришь так, то вообще нет опасения, что человек с Фадрабой пойдет к какому-то мудрецу. Почему? Потому что занимается только этот куяним, который там в храме работает. Ты скажи, что каждый день лав все 7 дней, всегда будет 7 дней, потому что всегда с Фадрабой нет проблем. Пускай каждый день ее берут в храм, поскольку есть митцва и старые, брать Фадрабу 7 дней в храме. Так мра сейчас понимает. Пускай себе не берут, какая ты говоришь описание. Почему лав запретили? Потому что мы опасаемся то, что сказал раб. Мы опасаемся, что человек пойдет спрашивать. Но это опасение есть только по отношению к лаву, потому что лаву каждый человек обязан делать брать у лав. Поэтому опасаемся, что он пойдет спрашивать мудреца. А раба, поскольку не всем, так нет такого опасения. Только она, только лукуаним, который вот в храме, который знает, что они делают. Поэтому нет такого опасения, если нет такого опасения. Пускай все 7 дней, как бы то ни было, какой, на какой бы день шаббат не выпал, пускай в шаббат тоже будут берут раву, почему нет? Говорит, Мара так нехорошо делал. Почему? Атели факпуки белулав. Если увидят, что лулав обычно в шаббат не берут, а раву в шаббат берут, подумают, почему так. Наверное, лулав это мицва лоха шува. Так люди подумают. Видят, что рава берут 7-7 дней, лулав 7 дней не берут, в шаббат не берут. Скажут, почему так, не подумают, потому что здесь, как сказать, то, что мы сказали, подумают неправильно, что лулав это мицва лоха шува. Чтобы такого не делали, сказали, что рава тоже в шаббат не отодвигает. Хотя, в принципе, нет никакой причины, чтобы раву в шаббат не брали, как вы сказали. Спрашивает Марав, литха бьем туф ришун. Тогда пускай в первый день, даже как лав, в первый день мы говорим, что несмотря на то, что шаббат берем лулав. Та же самая рава, что в первый день, если упадает на шаббат, мы берем раву, а все остальные нет. Почему ты говоришь седьмой день? Почему не в первый день? Говорит Мара, луха ламуха хамильсы. Амру раву да кадахи. Потому что если сделаешь первый день, то подумаешь, что просто как бы первый день праздника, он очень такой. Поскольку лава додвигает, то все остальное тоже додвигает шаббат. Не подумают, потому что арава – это вещь, которая из тары. А потому что подумают, что поскольку уже решили лав, то решили уже араву. И опять же, не будет муфурсам и скажет, что почему у нас есть в принципе иньян, чтобы в шаббат взять араву, чтобы было фарсем, чтобы это минатура, чтобы стало известно всем, что это из тары, чтобы это было как бы подчеркнуто, что это из тары. Но если ты делаешь это в первый день, то это никакого подчеркивания нету. Почему? Потому что скажут, потому что сегодня уже лула берут, их заодно раву берут. Поэтому в первый день это не помогает. Поэтому уже другой день. Скажешь, на вылитке бхат миганах. Почему один из других? Кто сказал седьмой день? Говорит, мара, простую свору. Кеван дека мавка слейми решон укма шви. Поскольку ты уже говоришь, что это не первый день, что нужно какое-то конкретное, самое конкретное, либо первый, либо последний. Поскольку первый не годится, ты берешь последний день, чтобы было, как сказать, чтобы было, ну, симметрично, не знаю как. Поэтому, что мы было говорим, и так у нас получается, так получается, что в храме в первый день, если он упадал на шаббат, брали лулав, если упадал шаббат на один из других дней, лулав не брали. В седьмой день брали араву, все остальные дни, если шаббат упадал не на седьмой день, не на шанраву, то араву не брали. Спрашивает мара, яхи аидну нами нитхай. Тогда в наше время тоже пускай принесут это самое. Что мы делаем, то, что у нас есть, называется минах навим. Поскольку есть иньян, что было фарсем, что во время храма она была и старой. Есть такой иньян. Так сказать, что в наше время, хотя у нас нет такого, это самое, пускай, поскольку в наше время пускай тоже, если, допустим, шанара будет на шаббат, пускай принесут шлях бейзин, это самое, араву и сделают, хабут аравот. Хотя бы не все, но хотя бы это самое, скажут, что так же, как в храме делали не все, так здесь пускай скажут, что бейзин, каждый бейзин должен это сделать. Сколько это делает бейзин, нет проблемы с рабой, нет проблемы с гзерой, что понесет это самое, потому что делают только бейзин. Зато есть персум, что это и старые в храме. Почему? Потому что в шаббат даже это делают. Почему сегодня делают? Настя. Мара говорит, анан ло едина беквьюда аярха. Мы не знаем точно, когда у нас седьмой день. Поскольку мы не знаем точно, то есть имеется в виду, что во времена Мары были еще в Эрцисраиле, там были еще освещали по свидетелям, освещали месяц новомесячным свидетелям. А в Вавилоне не знали еще, когда был новомесяц. Сколько так, они знают сегодня, шестой день, сегодня седьмой день. Поэтому, седьмой или восьмой, не знаю сегодня, поэтому что? Поэтому араву не берут. А лулав берут? Лулав тоже не берут, так же мы сказали по этой же причине. Почему сегодня лулав даже в первый день берут? Потому что мы не знаем, кьюсу да ярха. Сегодня в Бавеле мы сказали, что лулав тоже не берут. Почему даже в первый день? Потому что мы не знаем точно, когда выпадает первый день. Спрашивает Мара, ингу да яда бе кве да ярха литху. В Эрцисраиле, которые живут. То есть Мара говорит про свои времена, когда еще в Эрцисраиле были. Свидетели приходили, был установлен. Пускай берут Израиль, в Израиле, если выпадает седьмой день на шаббат, пускай все равно возьмут арву, даже когда нету храма. Почему? Чтобы лафарсем, что номинатура, как мы сказали. Значит, то почему нет?
почему в седьмой день даже в РСФ не берут? Лулав, мы сказали, пока швы нами берут, так мы пока понимаем, что у нас было две мишны, что Лулав действительно в шаббат, если выпадает первый день, то в РСФ да берут. В всяком случае, я не знаю, что сегодня, мы говорим, пока что мы говорим про времена, когда был храм, а когда были еще свидетели. Когда не было храма, но уже еще были свидетели, еще были Санедрин. Мы говорим, ра, киата, рав, киата, баргедио, омар, ло, икла. Есть такой фокус, что мудрецы так делают, что никогда Ашана Раба, седьмой день праздника Суккот, не выпадает на шаббат. Так делают специально. Даже свидетели. Есть свидетели, можно немножко это самое. Ты такое видел, такое вишу не видел. Свидетели всегда можно немножко запутать. Свидетели, как сказать, как сказал Раби Акива, что если бы я был в Санери, никогда бы никого не убивали бы. Почему? Я спросил бы, ты видел, что там не было дырки, где он его зарезал, трейф и так далее. Есть, так сказать, способы, как сказать, профессиональные свидетели, профессиональные, как называется, судьи могут, любых свидетелей, как называется. То киата равин вохольна хусы, пришел равин все, кто там шли из Израиля в Бавель или что-то наоборот. Амре икла в лодахе. Бывает, что выпадает, и несмотря на это, после того, как был разрушен храм, шаббат не отменяет. Веле каше. Тогда непонятно почему. У нас есть причина сказать, что это отменяет, что шаббат тоже взять, хотя бы в этом самом, в Шана Раба. Омар рав Йосеф, ман лейма ланда арава бенетила, дирма бескифа. Очень интересная вещь, что в храме была мицвата арава. Все с этим согласны. Это вещь, которую Алоха Мивеши Мессина в устное время так получили. Мы видим, что есть несколько мнений, что такое была арава. Есть мнение, что натила, что значит, что берут араву и с ней ходят вокруг мизбеаха. Есть мнение, что она бескифа, что такое бескифа, берут араву, ставят ее возле жертвенника. И на этом дело заканчивается. Если мы скажем, что, то есть есть мнение, что еще раз, ходят сначала с ней вокруг мизбеаха, коаним, потом ставят ее возле мизбеаха, или просто сразу ставят, не ходя вокруг мизбеаха. Если мы скажем, что времена храма, мицва тасе, так сказать, заповеди старые, в устной торе мы получили ходить с ней вокруг этой самой, вокруг жертвенника, то в наше время то, что мы ходим вокруг жертвенника, нужно тоже ходить с аравой, в память об этом. И есть причина сказать, что в наше время тоже хорошо бы ем в этом самом. Шана Раба это сделал, даже если на шаббат пришло, почему? Потому что это нужно сделать. Если мы скажем, потому что как бы то, что мы делаем, это как бы зехар о храме, мы делаем то, что похоже для этого храма. Если мы скажем, что в храме была мицва поставить его со жертвенником, никто из них не ходил, делали, приходили шлиху бейзин, коаним, который шлиху бейзин ставили, на этом дело заканчивалось. То, что мы сегодня сходим с аравой, то, что мы сегодня ем ахаим аравой, это не зехарный мигдыш, это новая мицва, которую установили мудрецы, это минаг навим, как мы говорим. Это как бы это минаг навим, это как по-русски сказать, обычаи, которые вели пророки. Это вещь, которая, сколько это не является зехарным мигдыш, поэтому никакой причины сказать, что это меняет шаббат, в наше время нету. Почему? Потому что вся причина сказать шва, что во времена храма это была и старая. Если мы делаем это зехар ле мигдаш, если делаем в память о храме похожую вещь, тогда есть причина сказать, что даже шаббат это сделал, чтобы сказать, что во время храма это была и старая. А если мы скажем, что сегодня мы не делаем зехар ле мигдаш, мы делаем в храме, мы делаем какую-то новую совершенно вещь, которую придумали, которая как и так вкусно, не знаю, как навим уже постановили, постановлением пророков, но это постановление пророков, это не и старая. Нет никакой причины, чтобы это дохало шаббат. И этот вопрос, то есть, короче говоря, здесь, так сказать, несколько, вопрос у нас сейчас, что такое, какая была мицва в храме, какая есть мицва в храме саровой, сходить с ней вокруг храма или просто ее поставить вокруг жертвенника или поставить ее. Азом рабьёсов манлейму ландарава бы натила, дирим бы скифа. Если так, то нет никакой причины сегодня, когда это совершенно другая вещь, отменять шаббат. То на этом вопросе мы остановимся, и завтра будем, завтра или когда там будем продолжать вопрос, что такое, какая была мицва в храме Арава, была скифа или натила.